весело и пышно встречал мир, наступавший 20 век, не скрывая своих надежд на грандиозные перемены, которые, конечно же, принесут счастье. Бурно развивающаяся наука, техника, промышленность, искусство подкрепляли самые смелые прогнозы фантастов, которые обещали, что в 20 веке человечество создаст новое общество, в котором не будет места насилию, бедности и несчастью. Никто, конечно же, не знал, что ожидаемый век станет едва ли не самым жестоким и кровавым в истории человечества. Но тогда жители самых разных стран готовились красиво встретить новое столетие. Особенно отличилась Франция, устроив невероятную по масштабам всемирную выставку. По берегам Сены был выстроен целый город, внутри которого страны-участницы возвели свои павильоны. На одной международной выставке впоследствии Россия не выглядела столь величественно. Архитектурные мотивы российского павильона напоминали московский Кремль. Но если внешнее здание было стилизацией, то внутри него посетители попадали в залы, точно воссоздававшие внутренние покои теремов русских царей 17 века. В них экспонировались выполненные фабрикой Фаберже в миниатюре коронационные регалии российских венценосцев. Но это был лишь эпиграф к демонстрации богатства, которое представляла на выставке Россия. Интересно, что павильон нашей страны назывался «Азиатская Россия». Это обусловило появление на выставке редкой коллекции минералов, золота, алмазов, мехов, а также изделий златоустовских оружейников и уникального творения каслинских мастеров чугунного павильона. Год понадобился рабочим каслинского завода, чтобы приготовить почти 5000 деталей павильона, который предназначался для рекламы на парижской выставке пластических изделий из чугуна Кыштымского горного округа, куда в то время входили касли. Кружева каслинского литья в сочетании с пластикой чугунных скульптур потрясли Париж. Чугунный дворец был удостоен хрустального гран-при и большой золотой медали Всемирной выставки. Желающих приобрести уральский павильон было немало, и среди них семейство Ротшильдов. Но еще больше поклонников появилось у скульптуры «Россия», работы Николая Акимовича Лавилецкого. Фигура русской амазонки влюбляла в себя, манила строгой красотой, покоряла независимым характером и очаровывала мягкой женственностью. Публика, что увивалась вокруг неприступной русской красавицы в доспехах, напрочь забывала о ее чугунном происхождении. Но несмотря на множество выгодных предложений, ни павильон, ни скульптура «Россия» не были проданы. Продукция уральских заводов, представленная в Париже, вызвала у многих желание своими глазами увидеть родину этих шедевров. И уже в первые годы наступившего века на Южный Урал хлынул поток иностранцев. Они задались целью открыть миру настоящую азиатскую Россию. Отправимся и мы вместе со съемочной группой французской кинокомпании «Гамон» и стокгольмским фотокорреспондентом в наш родной регион начала века. Вперед в прошлое!
Вот знаменитый столб самой мирной границы Европа-Азия. Глазам чужеземцев открылись необыкновенные красоты дикого горного края. Первозданная свежесть пейзажа поначалу напоминала путешественникам обжитые районы горной Германии и Швейцарии, но вскоре они столкнулись с иными масштабами. Огромные пространства, суровый неевропейский климат, дремучие леса и дикие животные числом потрясающие воображение европейца. Но самым важным было то, что все эти красоты были еще и полезны. Уже в те годы Урал был известен как минералогический рай. В его недрах скрывались такие богатства, каких не таил в себе ни один уголок земли. Значительную прибыль краю и государственной казне приносили золотые прииски. Золото добывалось на Урале с 1823 года. В 1842 году в Мяском районе в россыпях на реке Ташкутарганка был обнаружен до сих пор самый крупный в России самородок золота весом 2 пуда 8 фунтов. В начале 20 века в золотой промышленности Южного Урала был организован ряд акционерных обществ. Они стали более грамотно вести разведки и оснащали предприятия современным оборудованием, что позволило увеличить добычу золота на Южном Урале до 656 пудов в год. Город Миас вообще обязан своим рождением и строительством золотодобычи. Застраивался Миас специфической заводской архитектурой. Выделялись лишь церкви и соборы своей мощью и красотой под стать уральскому пейзажу. В целом же здания здесь были достаточно функциональными и добротными. Ведь Миас был городом-заводом. Очень активно на Урале шла разработка рудных месторождений. Здесь добывали марганец, железную и медную руды. Добыча, как правило, шла открытым способом. На кадрах, снятых французскими кинооператорами, мы видим процесс добычи железной руды в Саткинском карьере. Но ничем не отличались бы кадры, снятые на разработках карьеров под Златоустом и Бакалом. Всюду были одни и те же технологии, условия работы и отдыха людей. Рабочий день на рудниках длился от 8 до 10 часов. Зарплата была невелика. Были выходные, так называемые гулевые дни. В то время никого не удивляло, что на рудниках работало много женщин. Тогда этот труд считался легким по сравнению с деревенским.
В основном руду добывали ручным способом. Но, как видите, процесс не был лишен и некоторой механизации. Урал был не только источником сырья. Рудная база позволяла развивать крупное промышленное, в основном металлургическое производство. Железные рудники близ Кыштыма дали жизнь чугуноплавильному железоделательному заводу, который строился одновременно с поселком. В заводском поселке было предусмотрено все, от кабаков до собора, от лавок до фонтана. Там жило 10 тысяч человек. В производстве же было занято 2500. У рабочих были также небольшие земельные наделы. Предприятие непрерывно развивалось. Вскоре оно уже состояло из целой сети фабрик и заводов и выпускало ежегодно 561 тысячу пудов чугуна и более 4 тысяч пудов изделий из железа. Владельцем Кыштымского завода был господин Дружинин. Его семья купила рудники у потомков рода Демидовых. Дружинин был не только владельцем завода, но и крупным помещиком, хозяином чудесного особняка. Среди промышленных городов Южного Урала в начале 20 века, несомненно, выделялся Златоуст. Расположенный в естественной котловине среди уральских хребтов, Златоуст запоминался величием собора трех святителей и красотою огромного пруда ручной работы. Чувствовалось, что жизнь в городе устоялась. Это было видно даже по архитектуре. Ладно и добротно были выстроены управление горным округом, арсенал, дом городского общества, горнозаводской госпиталь, ремесленное училище, обсерватория, железнодорожная станция. На центральной площади города в 1885 году был возведен памятник царю-освободителю Александру II, посетившему эти места в 1837 году. Златоустовский металлургический завод в начале века считался самым крупным на Южном Урале. Он был казенным и принадлежал горному ведомству. Рабочие этого завода жили в основном на берегу реки Ай, в деревне Демидовка, которую, впрочем, можно было смело назвать рабочим кварталом. Это был не просто город прославленных оружейников и металлургов. В то время Златоуст называли стальной столицей Южного Урала. Благодаря французским кинодокументалистам мы сегодня имеем возможность увидеть весь процесс выплавки чугуна на Златоустовском заводе в начале века. Стоит сказать, что за истекшие 100 лет технология производства чугуна практически не изменилась, а вот культура труда изменилась и в худшую сторону. Один пример. Если в начале века вачаги и прочая амуниция у сталеваров были кожаные, то сейчас они брезентовые. С 18 века в России был установлен строгий государственный контроль за тем, чтобы экспортировался только конечный продукт из металла. В редких случаях из страны разрешалось вывозить полупродукт. Это касалось в основном драгоценных металлов. Златоустовский металлургический завод работал в кооперации с другими предприятиями края. В частности, с Симским горным округом, в который входили тогда Николаевский, Симский
Миньярские заводы и Ашаба-Лашовский, где были сняты эти кадры. Миньярский, железоделательный и Симский горные заводы в начале 20 века оказались технически отсталыми. Общий экономический кризис не позволял быстро их модернизировать, поэтому и была предпринята попытка к акционированию. Это изменение формы собственности системы управления позволило Симскому обществу горных заводов, одним из первых на Урале, начать производство вооружения. Кусинский завод входил в Златоустовский горный округ. Здесь было развито чугуноплавильное и чугунолитейное производство, объем которого превышал 600 пудов в год. На металлургическом производстве в Кусе работало 1500 человек. Кроме чугунного и кузнечного, в Кусе развивалось и так называемое литейное производство. Это широко известное кусинское литье. Но особую славу Южному Уралу приносило, конечно же, каслинское литье. Здесь работали профессиональные скульпторы, выпускники Академии художеств. Здесь отливали и знаменитые скульптуры Петра Клотта. Вне всякого сомнения, все эти города-заводы играли большую роль в промышленной жизни России. Но сооружение Великого Сибирского пути внесло серьезные коррективы в экономику Южного Урала. Самара-Златоустовская железная дорога, что приведет нас в Челябинск, была частью этой магистрали. Она, как и вся дорога в целом, строилась быстро, качественно и культурно, с применением современных отечественных и зарубежных технологий. Специалисты самого высокого класса и огромное количество рабочих строили дорогу в Сибирь. Транссибирская железнодорожная магистраль повезла в Сибирь тысячи людей, что мечтали о свободных землях и богатстве. Именно по этой дороге мы продолжим свое путешествие к небольшому уездному городу Оренбургской губернии Челябинску. Автор карманного справочника «Начало века. Весь Челябинск и его окрестности» Виктор Весновский писал: «Старому Челябинску с его патриархальными порядками настал конец. Началась новая полоса в его истории, полоса кипучей деятельности, лихорадочной жизни. Старые уклады рушились, и на их место вставал новые двигатели всей современной жизни – торговый и промышленный капитал».